Сегодня предприятие «Молочный гостинец» – один из крупнейших поставщиков цельномолочной продукции, полутвердых и твердых сыров, известных под торговой маркой «Молочный гостинец» и «Ле Шале». Уже более полувека мы работаем, руководствуясь неизменными принципами – натуральность и высокое качество. Продукция под торговыми марками «Молочный гостинец» и «Ле Шале» поставляется не только в розничную торговлю. Мы обеспечиваем свежим молоком детские сады, школы, санатории и больницы. Более того, нас знают и любят далеко за пределами Беларуси. Практически ежедневно мы осуществляем поставки в Россию, Китай, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Грузию. В 2019 году предприятие «Молочный гостинец» получило сертификат «Халяль», который подтверждает соответствие производства исламским каноническим нормам. Это открывает новые возможности для поставок продукции в страны дальнего зарубежья, в том числе Объединенные Арабские Эмираты. В чем секрет такого успеха? Мы постоянно совершенствуемся, разрабатываем новые рецептуры и технологии производства. У нас четко отлаженная схема контроля качества на всех стадиях производства, от закупки сырья до выпуска готовой продукции. Аккредитованная производственная лаборатория оснащена современным оборудованием. Например, новый аппарат MilkaSan используется для быстрого анализа сырья и молока. Приобретение данного прибора позволяет сохранять стабильное качество выпускаемой продукции. На предприятии разработаны, внедрены и сертифицированы следующие системы менеджмента качества. Система управления качеством и безопасностью продукции на основе принципов HACCP, система менеджмента качества на соответствие требованиям STB ISO 9001, система менеджмента безопасности пищевых продуктов на соответствие требованиям СТБ ISO 22300, система менеджмента безопасности пищевых продуктов согласно требованиям схемы FSSC 22300. Не менее важной составляющей коммерческого успеха предприятия является слаженный коллектив профессионалов, увлеченных своей работой. Здесь мы добились впечатляющих результатов. Наши технологии ежемесячно разрабатывают новые виды продукции, маркетинг занимается изучением свободных ниш на рынке, оценивает уровень конкуренции. Позиционирование предприятия «Молочный гостинец» как производителя качественной продукции позволяет нам выстраивать долгосрочные отношения с партнерами. Ежегодно компания «Молочный гостинец» является участником крупнейших национальных и международных выставок. По итогам 2018-2019 годов продукция предприятия отмечена наградами и дипломами следующих конкурсов: «Лучший вкус», «Лучший продукт» в рамках выставки «Продэкспо-2019», «Чемпион вкуса», «Продукт года» и других. «Молочный гостинец» является официальным партнером экспортного форума «Беларусь молочная». На 5-м юбилейном форуме мы презентовали новинку 2018 года – твердые выдержанные сыры «Пикоджио» и «Шеврет» под торговой маркой «Ле Шале». «Ле Шале» – это продукция премиум-класса, гарантирующая изысканный вкус и высокое качество. Традиционно «Шале» ассоциируется с деревянным домиком у подножия гор. Его строили пастухи, когда уходили на выпас скота. Там они зимовали, используя «Шале» как ферму, взбивали масло и варили сыр. Бренд «Ле Шале» – это минимализм, сдержанность, отсутствие лишнего. Заметить и выделить продукт на полке сможет настоящий знаток, человек с идеальным чувством вкуса и стиля. Молочная продукция «Ле Шале» – это сырье класса «Экстра». Натуральный состав, безопасная и удобная упаковка. Мы используем новейшие технологии производства, воплощенные на современном оборудовании. Одним из приоритетных направлений компании «Молочный гостинец» является дальнейшее развитие экспорта, выход на рынки стран дальнего зарубежья, расширение ассортимента продукции «Ле Шале». Наша задача – приблизиться по качеству и вкусовым характеристикам к признанным мировым брендам, ведь продукция под торговой маркой «Ле Шале» создается для истинных ценителей.